Мой папа земледельцем работает. Вот там, на плантациях. В Африке, в Сьерра-Леоне. Ой, там очень жарко. Там почти дождь никогда не идет. Змеи лазят. Даже в детстве папу укусила змея. Ну, нормально все обошлось. Ну, это в порядке вещей у них там. В детстве было всегда такое, что там обзывали меня негритоской. Ну, я всегда за справедливость. Ну, как бы, если я вижу, что там ребята бежают, не украинской, допустим, национальности, то я всегда за них заступаюсь. Я росла на Витни Хьюстон, я училась на ней петь. Когда только начался X-Factor, мне нравилось, ну, смотреть, наблюдать за этим всем. И давно хотелось туда попасть. Но я не решалась все эти 3 года. Я представляла себя на сцене. И тут такое получилось, что я прошла X-Factor онлайн. Это просто неожиданно, честно, ну и очень приятно. Мечты сбываются все-таки.